Насколько богата зима разнообразными развлечениями, 20 января удалось узнать участникам Всероссийского дня снега в Крутой Горке. Место это выбрано не случайно, потому что в Крутой Горке существует замечательная традиция именно зимнего спорта. И Крутая Горка, само название идет именно от вот этих традиций. Именно здесь появился первый сноупарк в городе Омске, именно на территории этого сноупарка. Организованы все эти виды активности, которые так близки крутогорцам и в целом вообще, наверное, сибирякам. И вот эти условия, которые здесь есть в Крутой Горке, позволяют привлечь сюда и омичей, и местных жителей. Я думаю, что мы вот это место будем использовать в качестве базового на следующие годы для проведения вот Всероссийского дня снега. Уже третий год Олимпийский комитет Омской области дарит праздник омичам. Это событие объединяет сотни активных жителей региона, которые не боятся сибирских морозов и готовы попробовать себя в метании валенка, хоккее на снегу и других традиционных забавах. Организаторы подготовили для них около десятка разных активностей. Первыми испытать свои силы вышли поклонники лыжных гонок. Они преодолели километровую дистанцию на одной из лучших трасс нашего региона. Первым финишировал 17-летний Денис Симонов. Трасса довольно легкая, только снег мягкий, проваливается. Так, в принципе, ничего сложного. Все вообще просто прекрасно. Много народу, много всяких аттракционов. Я могу поучаствовать в первой части и победить. Одним из самых привлекательных для гостей развлечением оказалось метание валенка. Именно на этой дистанции собралось больше всего людей. Все, от самых маленьких до самых взрослых участников, с удовольствием пробовали бросать этот зимний снаряд как можно дальше. Самый богатырский размах оказался у Александра Деева, который смог запустить валенок на 25 метров. Вот такие праздники привлекают. Нравится тем, что много скопления детей, взрослых. Тут и пенсионеров много. Все участвуют, активно веселятся, общаются, участвуют в спортивных мероприятиях. Все радуются. Главное, хорошее настроение у всех. На соседней же площадке развернулись испытания для спортивных семей. Родители совместно со своими чадами бегали на лыжах, катались на ватрушках и собирали бумажных снеговиков. Такие мероприятия – это не только пропаганда активного образа жизни, но и семейных ценностей. Очень все хорошо, нам понравилось. Погода, самое главное, нас не подвела. Вообще так здорово везде играть, бегать. Молодость. Все больше и больше вспоминаем, когда мы были маленькими. Вот это вот все интересно. Мы рады за детей, что им нравится. Самыми сплоченными оказались представители двух семей, выступавших за одну команду. Нам интересно понравилось, как мы поучаствовали в эстафете «Семья». Нам очень понравилось, особенно когда мы одевали лыжи, когда там было все быстро одеть. И когда собирали снеговик, и остальные нам тоже все понравилось. Мы поучаствовали везде практически. Конечно, довольны. Мы без наград не приходим домой. У нас всегда награды, у нас этих медалей. Мы спортсмены с первого класса, и у нас семья спортивная, и у нас медалей очень много. Кубок, конечно, первый. Любители чего-то более экстремального ждали на главной горе сноупарка. Здесь прошли показательные заезды горнолыжников и сноубордистов. Дети и взрослые могли прокатиться на санках-ледянках, а самые отважные ребята – покорить высоту и стать царем горы. Кубок за покорение горы вручили Ивану Рудских. Нам хоккей понравился, больше всего, потому что мы любим хоккей. Играем в него. А этот кубок я получил на царь горы. Тяжело было бежать? Да нет. Мне было тяжело, у меня все эти... Ноги засыпало? Засыпало. Там все в снегу мокрое. Народу много, да? Да. Все толкались, покатались еще на горке. На коньках? Хотя мы катались не на коньках, а на обуви. Все равно. Нам не очень хорошее стало. Ребятам дали возможность проявить не только свою физическую подготовку, но и творческий потенциал. Все смогли приложить руку к созданию граффити на снегу, которые до весны будут напоминать об этом празднике посетителям сноупарка в Крутой Горке.